На связи сервис «Инструмент». Сегодня у нас на ремонте электрическая цепная пила «Варяг» ЦП-2500. Принесли ее к нам с такой причиной. При пилении досок двигатель работает, цепь останавливается. Предварительно разобрав пилу, мы выяснили причину поломки. Причина поломки была отломлена возвратная пружина. Пацаны из пальчиков, я депутат, я открываю балтику, набираю братику. Пацаны из пальчиков, я депутатчиков, открываю балтику, набираю братику. Пацаны из пальчиков, я депутат, я сдажу понёта, слова по блокнёта. Как ребята волки, черные футболки, запёры в шутки. Как наши находки, эти из Приморья наводят разборки. Чтобы снять обратную пружину, надо открутить. Потом съемником снимаем вот эту шестерню. Так, сняли шестерню. Берем старую пружину и будем устанавливать новую. Также ставлю вторую половинку демонтируем. В обратном порядке собираем. Как-то затягиваем гайку. И все, обратно устанавливаем. Сладкий туман, гадики, гадики, дым, криминал. Копы с долины, я вывезу сам. Это своим залетит пацанам. Раньше мои братья, помню, были на мели. Мы на дне тонули с ними, будто корабли. Сейчас другие темы, сейчас другие мутки. Я не верю в ваши эти ебаные шутки. Мы на лимбой, порванный кросс. Батя говорил, моя курить не бросит. Мы на лимбой, порванный кросс. Батя говорил, моя курить не бросит. Открываю балтику, набираю братику. Пацаны из пальчиков, я депутатчиков. Открываю балтику, набираю братику. Пацаны из пальчиков, я депутатчиков. Заменили мы пружину и будем производить первый пуск.